Ловкое движение руки Александра Петровича и с виду простой мусоровоз превращается в мобильную мойку для баков. Буквально 2 минуты, и контейнер почти как новенький. Выкатил, подкатил, зацепил, поднял, промыл на место. И так каждый день перед тем, как перейти к водным процедурам, бак опустошат, мусор спрессуют, а емкость помоют. Один такой автомобиль может обработать до 50 контейнеров в день. На предприятии сейчас таких машин 10. В ближайшее время закупят еще столько же. В компании порядка 10 специализированных автомобилей на базе КАМАЗ с соответствующей установкой, которая позволяет дезинфицировать контейнеры, соответственно, проводить их санитарную обработку. Также имеется функция перед их обработкой, есть возможность выгрузить мусор, находящийся в контейнере, в установку, спрессовать его и затем произвести дезинфекцию. Санитарную обработку так называемых евробаков начали с Барвихи. Работы проводятся строго по регламенту. Дезинфицирующее вещество – то, что Роспотребнадзор рекомендует. Принять эти меры сейчас важно не только из-за распространения коронавируса. В жару и другие вредители человеческому здоровью активно размножаются. В Барвихинском поселении на сегодняшний день обслужены все муниципальные площадки. Вот. В дальнейшем это будет охватываться город Одинцово и последующие поселения. Баки не только на муниципальных площадках пройдут санитарную обработку. На очереди коммерческие, социальные объекты, частные дома и СНТ. Дезинфекцию проводят раз в 10 дней. Качество работ контролируют с помощью фотофиксации и специального мобильного приложения. Евгения Августина, Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».